геймер со стажем. Бабушки смотрят тебе концерт, бабушки не сомневаются даже. Они переживают за Бритни Спирс, костерят Собчак и Лужкова. Они пьют волокордин, следя за разводом певца Николая Баскова. Бабушки знают о всех новостях, внуков стращая маньякам кровавым. Они верят в силу медийного слова и в избранность всех проходимцев лукавых. И им не докажешь, что тут подсадной, а убийцу полпреда нашли через кастинг. Бабушки верят всему, наивные чистые души, и это их праздник. Дом наполняют случайные лица. По сериалам они познают олигархов, а по криминальным программам столицу они занимают скамьи у подъезда и рядят, что нынче еврей в президентах, а спонсор ток-шоу Дом-2 на леченье от порчи из глаза скупил все патенты. Поколение, видевшее войну, голод тиранов, судьбу крушение страны, потерявшие дважды все жизни страшнее любых идеалов, выжившие, но так легко побежденные чудом техники, падшие со странным упорством, глядят в пустоту и уходят одна за одной. Мир, который им по тебе не покажут.